Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем прокачивать Пантеру Лин, я надеюсь, на 5 уровень. Вроде как мне жетоны уже нападали, хоть немножко, но нападали. Да, не везет мне, конечно, с Пантерой, но вы же понимаете, это ж Элейн, да. Жетоны падают почему-то всегда на другого персонажа, но не на нее. Итак, 5 уровень, наконец-то нам откроются атрибуты, мы сможем их распределить. Там, кстати, в комментариях писали, что если прокачать дальность у какого-то предмета, ну, оружия, да, которое вы используете на персонаже, и все остальные параметры выкрутить в ноль, то у вас будет как бы нитро-штука, то есть нитро это были разные старые оружия. Ну, в общем, вы типа получите фулл предмет, точнее, фулл оружие за прокачку, к примеру, одного до максимума. Но это не точно, поэтому я еще это не тестировал, сразу скажу. Кто хочет, может потестировать, написать свое мнение в комментариях. Может быть, ну, кто из вас там затестирует, да, может быть, оно реально работает. Опять же, для этого, для начала нужно потестировать с теми, что вы играете, там, стандартными параметрами, да, к примеру. А потом уже затестировать непосредственно с чисто прокачкой фулл, к примеру, дробовика на дальность, а остальные параметры не качать. Ну что же, вот она, 5 уровень Пантеры Лин, дальше у нас будут другие штуки. Накидываем 300 хп. Красивый 5 уровень Пантерки. Взят, наконец-то. И давайте еще докинем вот этот вот диапазон, так сказать, прокачки. А 6 уровень оставим на следующий раз. В принципе, персонажа нужно будет прокачивать все равно. Но за раз это неинтересно, как по мне. Потому что хочется посмотреть, как же он все-таки меняется в зависимости от уровня. Потому что иногда на низком уровне персонаж не очень. Иногда, наоборот, он имба. А чем, ну, со сменой уровня он меняется. И ты понимаешь, какой же он на самом деле. Да, такие вот реалии. Ну, это понятно. Как бы тут все просто в этом плане. Потому что иногда на низком уровне нагибается жестче, чем на высоком. Получаем мы 9 атрибутов. Ну и теперь давайте их распределять. Лук — это дождь и стрел. Радиус тут маленький. Я, наверное, здесь поставлю перезарядку и дальность. Дальность мы причем возьмем на двоечку, потому что чем дальше я смогу этот лук кинуть, тем лучше, наверное, будет. Опять же, дальность вообще ни о чемная. Хотя 12-5 неплохо все-таки. Но это средняя дистанция. Дальше у нас идет копье. Кстати, у копья у нас дальность тоже небольшая. Это копье для перемещения в основном. Ну, давайте возьмем тогда перезарядку, небольшую дальность и еще одну перезарядку. Хотя, если для перемещения, пусть будет 14%, дальше будем бить еще. Ну и дробовик у нас остается, дабл дробовик. Для дабл дробовика, конечно, нужна перезарядка и скорость. Тут без вариантов. Точнее, перезарядка и дальность, ошибся немножко. Посмотрел на скорость, сказал, хотел сказать дальность, ну, вы понимаете. В общем, такой вот момент возьмем. Вроде бы по-другому не получится. Ну, и вот такая вот у нас Элейн, 5 уровень. Сейчас посмотрим, что у нас может или что не сможет. А на следующем уровне уже будем открывать следующий слот, вроде как 6, да. Ну и погнали, стараться отправиться в командные бои. В командных боях просто веселее. Вот честно, скажу вам, ребятки, просто веселее. Не, я, конечно, понимаю, я сильный, да. А смотрите, уже трое появилось. То есть они появляются? Четверо? Пятеро? У меня нет слов. У меня просто нет слов. Не, ну вы сами все видели, в принципе, моя команда. То, как они загрузились. А, кстати, ну сейчас мы можем и вытащить. Не, я просто кнопки не успел нажимать. Меня сразу шотнули. Ну, в общем, вы все понимаете, ребятки. Просто игра сказала до свидания. Веселые командные бои, да. Ну, хорошо, что здесь средних не упадет, это и то радует. Надеюсь, мы сейчас быстренько заскочим сразу в следующий бой. А нет, минус 3 рейтинга, жестко. То есть минус 8 на 1000 рейтинга, а на 357 мы получили минус 3. Логично. Логично. Зубы и логичность где-то в разных местах, очевидно, находятся. Судя по этой логичности. Ну, в этот раз мы хотя бы заспавнились. В другом месте, кстати, возможно, Эдна с Ярой будут с прошлого боя. Плюс у нас еще легендарный бот, как бонус, да, наверное, за прошлый бой. Опять же, кто из этих ребят его заберет? Давайте делать ставки. Я думаю, это будет либо кто-то с кофем, либо хамелеон притянет его и все. Ну, сейчас мы это узнаем. Мы, так сказать, сильные, мощные. Лутаем. Прыгаем на легендарного бота. Копьем дамажим. Здесь главное нанести последний удар. Дайте... Да, ребятки, да, это я закосячил.
просто понимаете, что было? Я хотел добить бота, нажал авто, прыжок. И в этот момент добивался бот, и у меня таргет, ну как бы, да, таргет можно назвать, наверное. Так будет правильно, в ММО-играх так называется. Ну, в общем, автоатака уже не на бота сработала, а на пустое место. Потому что бот умер на миллисекунду раньше, чем у меня сработал активный навык. К сожалению, такие вот реалии. Ну, что поделать? Панелька зависла. Классно. Ну, хотя бы какой-нибудь дробовик мы нашли. Это радует. Хотя бы с чем-нибудь сейчас побегаем. Ну, обидно, что краб забрал. Ну, это низкий уровень, тут, в принципе, без разницы. Заметьте, подобрался ли с персонажей почти под мой рейтинг. Точнее, под мой уровень. Хотя, может, я уровень свой перерос, всякий ивент делал тогда. Из-за этого, наверное, рейтинг слишком высокий для такого, для третьего уровня был. Ну, там было 300 чем-то рейтинга, не знаю, высокий это или нет. Раньше, когда зубы только появились, это был высокий, да. Наверное. Итак. Мы ищем противников, но не можем их найти. А я нашел уже лут себе хороший. Золотаю сейчас себе. Так, так, так. Нужно красивенько сейчас маневрировать. Мы моя команда. Моя команда. Моя команда. Хорошо, что я более-менее адекватный. Что-то могу сейчас сделать. Ну, я старался. Ну, помогите, ну. Бах, просто взял и умер случайным образом. Я даже не понял, от чего. Я, наверное, успею убежать. Судя по всему. Все-таки прыжок у нашего прекрасного пантера достаточно хороший. Яра тоже, к счастью, смогла убежать. Жаль, хамелеон Брюса? Кого? Ну вот видите, вот это проблема у пантеры. То есть ты прыгаешь на противника и как бы... И как бы вот. И как бы урон не долетает. Да, есть такой момент. Но в инвиз можно уходить красивенько, модно. Так, там хамелеончик нашелся. Ну, я попробую золотать аптечку, потому что, ну, сейчас вообще без этого никак. А без аптечек, ну, играть, это вы сами понимаете. У меня только укол адреналина есть на персонаже. Ну, вот, кстати. Если некоторые ближники, которые слоупочки, можно прыгать, дамажить дробовиком, кидать лук от себя и уходить копьем, и тогда они вас, по идее, не успеют продамажить, а вы их вот так вот раскидаете. Ну, опять же, это работает там... Один случай из 100, наверное, вот как сейчас это сработало. Просто Лиська не ожидала, что я прыгну, потому что Пантера — это достаточно новый персонаж, его еще редко встречаешь. Ну, я думаю, не часто будете встречать. Итак, погнали, следующий бой. Нужно еще бустануть рейтинг немножко, да, и посмотреть, что Пантера могет. Все-таки тоже интересно, возможно... Ой, бежим! Хотя, зачем бежать? Золотаем легендарный... Золотаем лук. Кстати, можно закинуть в них сейчас урончиком. Вот таким вот прекрасным. Или нет, или да. Так, ну, вроде получается норм. Я тут массовым дробовиком закидываю. Плюс у меня же, когда прыжок с пантеры получается, он тоже массом прыгает. И за счет этого получается дабл, ну, максимальный урон в массовое количество персонажей. Хилимся по итогу. Красивенько получилось, я считаю. Нам очень повезло то, что, видите, у противников там вообще было что делать, но они почему-то... Почему-то проиграли. Так, ну что ж. Мне, кстати, смайлики, не помню, были на пантере или не было. Вроде уже были. Я забыл поставить. Надо будет поставить, чтобы быть модным пантером. Ладненько, нам нужно двигаться вперед. Мы это делать и будем. Кстати, моя команда не успевает за мной убежать. Хотя, ну, ладно, успевают. Так, будем пробовать зебру убить или нет. Вопрос века. Закину наперед, возможно. Кстати, вот видите, вот прыжок у зебры очень мало дамажит. Но лук стал намного дальше. Мне это больше нравится. То есть раньше он вообще близкий был и неэффективный. А сейчас он достаточно неплохую дистанцию имеет. Ну, посмотрите, это уже неплохо. Средняя дистанция так-то. Можно реализовывать. Ну, я прыгнул наперед заранее, чтобы мало ли что. Золотаем сейчас аптечку, скорее всего, потому что кенгуру старался. Похилимся тоже.
и сразу же выпрыгнем после того, как злутаем. Так, кенгурул, это аптечка, мы лутаем капканчик, копье. Выпрыгнули. Ага. Почти. Не так, против нас остался один склад недобитый и один склад целый. Фух, надеюсь, они нас с двух сторон не зажмут. Иначе будут проблемы. Ну, либо мы их зажмем с двух сторон. Так, ну там акул какой-то. У нас кенгуру вообще дерзкий, смотрите на этого. Красавца. Старается, магиет, нагибает, там все дела. Капканчик под дону поставим. Задамажим. Ну, дона, конечно, прокинула мне много, не спорю. А что это было только что? Это меня... Это... Смотрите, он меня забагал. Этот гад меня забагал, чтобы вы понимали панельку. Понимаете, канистр гели этой... Кул с канистр гели, ну что? Кто тебя учил играть, друг? Покажи мне этого мастера, который тебе пихнул канистру геля на акулу. На акулу канистру геля, понимаете? На акулу! Которая прыгает, которой нужно попадать, а... Ай, ладно, против нас остался склад недобитых. Получается, у нас вообще-то два склада недобитых было. Потому что мы здесь вроде троих убили. Четыре противника убили. Короче, я уже не помню. Но мы сколько-то противников убили. Капканчики сейчас поставим. Но баг в них не смог забежать. Потому что нубас, только топовые баки могут забегать в капканы, очевидно. Ну, осталось найти последнего противника, не знаю, автоатака, кстати, здесь работает. Так, и копьем добиваем, все. Изи победка. Ну, потихонечку пантера начинает быть понятным персонажем. По крайней мере, в командных боях вы хотя бы можете ее реализовывать. И немножко даже эффективно. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.